Привет-привет всем-всем, всем привет. На самом деле вопрос очень-очень интересный. Почему? Ну, потому что, вы знаете, это, я не знаю, когда-то в детстве я пошел на рыбалку, и утром рано, отправившись на рыбалку, я не поймал ни одной рыбы. Я грустно вернулся домой, и, в общем, я был расстроен, разочарован, и я пошел бродить снова к речке. И там я увидел ребят, которые ловили рыбу. И я говорю, ну, давайте я с вами посижу. Ребята, я их видел первый раз в жизни, и они просто рыбачили. Я подсел к ним и говорю, давайте я подержу удочку, попробую поймать рыбу. И вдруг, когда мы болтали, они говорят, смотри, нет поплавка. Я прямо сейчас помню, как это происходило. Я со всей дури, что было мощи своего подросткового сознания, я отдернул эту удочку, оглянулся назад, и там в песке, вот за моей спиной, прыгала огромная щука. Я поймал эту рыбу, и это было просто чудо. Я сумел поймать такую огромную рыбу в своей жизни в те подростковые пионерские прошлые годы. Поэтому, вы знаете, оценивать ситуацию по факту того, что ты один раз куда-то сходил, у тебя не получилось, ну, мне кажется, что это, ну, мягко говоря, неправильно. Но представьте, вы пытались создать семью, и она у вас не получилась. Ну, так случилось, не получилась семья. Ну, что делать? Вам прекратить ходить на свидания? Вам приходить снова встречаться с человеком, с которым вы хотите создать свою семью? Или вам что, менять ориентацию? У вас не получилась семья вот в этом направлении, давайте поменяю ориентацию. Я обиделся и не пришло, не могу сказала ты, я обиделся и поменял ориентацию. Ну, как-то так. Поэтому давайте не будем как бы поддаваться глупостям и сомнениям, пока жизнь продолжается, пока сердце бьется, пока часики стучат, и мы чувствуем, что мы живы, надо бороться, бросать вызов и просто продолжать искать свой успех. Еще раз говорю, продолжать искать свой успех. Когда-то я, отправившись на речку, не поймал свою рыбу, а потом, через часика полтора, я снова оказался на речке и вытащил свою огромную щуку в те веселые и красивые годы пионерского прошлого, которое было тогда. Поэтому желаю взрослых взглядов на эти вопросы, желаю не останавливаться в поисках своего успеха и желаю не оглядываться назад, потому что, повторяю еще раз, там нет будущего, потому что будущее просто требует или, я не знаю, имеет смысл бороться за свое будущее. Поэтому боритесь, никогда не сдавайтесь, и это абсолютно 100% формула, и не забывайте, что победа – это пройти по беде. Поэтому если были какие-то трудности или сложности, вы не можете их изменить. Какой смысл оглядываться назад? Представьте, что вы имеете такой фонарик управления светом, куда вы идете, и вы вместо того, чтобы двигаться вперед в настоящем, вы останавливаетесь, поворачиваетесь, смотрите туда, в свое прошлое. А еще и порой живете своим прошлым. А вы знаете прекрасно, что жить прошлым – это признак старости. Поэтому не торопитесь писать свои мемуары, созидайте, бросайте вызов и побеждайте. Пока.